Всем привет, ребята! И сегодня у нас будет очень необычный выпуск. Да, я его посвятил старым добрым Дигимонам. Так. Вот. Ого. Вот Гинчи со слот. В общем, это Digimon World 2 на PlayStation. Digimon World 2 на PlayStation. Да блин. Что? Но на Flash. Это Flash игра. Так. Давай. Это нужно настраивать. Чего? Так, тут что-то неладное. Буду переводить. Эй, парень, пропусти меня. Мне нужно повидаться с лидером. Охранник голубого сокола. Здравствуйте, мистер Дзудакорн. Я рад вас видеть. Что происходит? Дай-ка мне посмотреть. Ты укротитель кадетов? Тебя зовут... Ага, выбрать имя. Акира! Не-не-не-не-не. Что-нибудь повидгошнее. Ну, к примеру... Ну, игра необычная. Да, ты Вико, не так ли? Как ты догадался? Пожалуйста, продолжайте. Я, лидер голубого сокола, ждет тебя. Окей, мы куда-то пошли. Звуковое оформление, ну, не то чтобы ужасное, но отвратительное. Виго, твое обучение почти все закончено. Ну так я жду, когда оно закончится. Ты станешь настоящим укротителем, когда закончишь свою последнюю учебную миссию. Окей. Тогда ты сможешь присоединиться к команде охраны. Ууу, я уже был охранником. Дедуля, ты не представляешь, что я там видел. Боже. Ладно, мистер Зудакорн, я сделаю все, что в моих силах. Да, я постараюсь. Я стану настоящим укротителем Дигимона. Мы пришли кому-то. Здорово. Меня представили. Сицилия. Зудакорн, я так долго ждала вас и кадета Виго. А, я кадет. Так, Икс. Это твоя последняя тренировка, Виго. Я рада, что ты зашел так далеко. Да-да, вот так вот перевод. Я, оказывается, на весь экран могу сделать. Так, Икс. Когда вы закончите с этой тренировочной миссией, вы сможете присоединиться к команде охраны в качестве укротителя. Спасибо, Кэт. Я как бы и так это понял. Тогда вы сможете работать защитником цифрового города, так как вы всегда мечтали. Это типа я говорю ей. Чё? А, это... Блин, почему тут никогда
не написано. Ну, то есть написано, но... В общем, я уже запутался, кто что говорит, но в общем... Да, лидер голубого сокола, я сделаю все, что по моим силам. Типа, я люблю повторять эту фразу, да? Я буду защищать цифровой город вместе со своим товарищем Дигимоном. Круто, ну давайте уже. Когда тут начнется дело? Да хватит. Эй, Витго, не слишком волнуйся. Как раз я-то вообще не волнуюсь. Зудакорн и Витго, это ваша миссия. Горе трындеть! Перейдите в загрузочный домен и уничтожьте Леомона. Он прячется там. О, да, Леомона! Он крутой. Да хватит трындеть. Зудакорн, поскольку это сложная миссия, не помогайте Витго слишком сильно. Тренировочная. Принято, лидер голубого сокола. Ну давайте уже. Да. Мы перейдем к загрузочному домену и уничтожим дикого Дигимона. Да, это мы и должны делать. Давайте уже делать. Да, пора и дело знать, как говорится. Ну-ка. Только не говорите, что опять разговоры. Нет! Привет, Карл. Как дела? Готов ли мой цифровой жук к работе? Я хочу опробовать его. Цифровой жук, это, я так понял, устройство какое-то. Руководитель миссии Кэрол. Конечно, твой цифровой жук уже стоит на готове. Ну давайте приступать, ну... Эй, Витго, ты еще не закончил свое обучение укротителя? Чё за предъявы? Еще нет, командир. Это моя последняя учебная миссия. Господи, как вы любите трындеть. Да. После этой миссии я получу свой собственный цифровой жук. Так что я сделаю все, что в моих силах. Значит, цифровой жук это девайс. Эй, не бей по моему цифровому жуку. Не слишком усердствуй и не сломай его. Хорошо. Ну ладно, ладно. Но не волнуйся, наезд на 1-2 мины не нанесет большого ущерба моему цифровому жуку. Чего? Да блин, что это за устройство? Цифровой жук. В любом случае, цифровой жук это не совсем обычная машина. Это больше похоже на танк. Так это машина бронированная. Чего? Ничего не понимаю. Да вы задрали. Это многоцелевой резервуар со всеми предметами и оборудованием, которое нужно укротителю. Да я даже не понимаю. Витго, удачи. Хорошо. Давай, делай это и в лифт иди, короче. Я задрался уже переводить. Только не говорите. Ну-ка. Давайте. Да ты... Готовы, ребята? Лифт готов к движению. Это могу и я перевести. Будь осторожен, мир полон опасных и диких дигимонов, бродящих по городу. Спасибо. Без тебя справлюсь как-нибудь. Ну-ка. Цифровой город. Так. Чё? Даже не понимаю. Так. Вот мы и заканчиваем нашу запись. Всё. Диги-жук, что это такое? Тангоди. Виверна. Шарк, Спайдер, Торг. Шеттерган. Канон. Ну да, это такая машина бронированная, которая смахивает на танк. Собственно, нам это и объяснили. Блин.
там. Ну уже. О, получилось! Да! Я второй день уже снимаю. Воу! Это... Это Диги-жук! Что я сделал? Это Диги-жук! Вот почему он так называется. Так. Диги-жук. Ну-ка. Ничего не понятно, но очень интересно. Ну-ка, дигимоны. Ну-ка, возвращаемся. Круто! Мы прибыли! Это загрузочный домен. Будь начеку. Хорошо, я буду усердно тренироваться в этот день. Я готов. Но это ясен пень. Вперед, ползем. Ой, привет. Это Газимон. Наша первая битва. Что происходит? А, вот. Отлично. Чего? А, у меня были Дигимоны? Ну, я так понял, это тренировочные. Так. А, это как протряд. Всем привет, ребята. Ну? Ты должен был отлететь. Трицерамон. Вот это силища! Вот это мне дигимонов дали. Ну? Да вообще пофигу. Ему остался последний удар. Ну-ка. Все, победа. Угу. Отлично. То есть Диги-жук должен побеждать вот таких вот дигимонов, да? Ага. Послушай, это портал на этаже. Ты сможешь перепрыгнуть на другой этаж, когда зайдешь на него. Но ты не сможешь вернуться на этот этаж, откуда ты пришел. На этот раз не придется возвращаться на этот этаж. Но обычно ты должен быть осторожен. Принято, мистер Зудокор. Ну-ка. На следующий уровень. Отлично! Он уже оформлен по-другому. Ну а что будет дальше, вы узнаете в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, как вам эта игра. И в общем-то, всем пока!